Итак, сейчас мы пройдем миссию трехглавый змей. С помощью одного такого интересного чувака. Ну просто сейчас по стандарту пройдем. Сейчас покажу как. Вообще самый стандартный этот. Вот играть. И мы сейчас, короче, сделаем татуху нашему мистеру Проперу. Первой цели, конечно же, да. Мы сделаем, короче, татуху месье Дельгадо, или как его? Да, Рика Дельгадо. Мы ему сделаем, короче, this is татуху. Вот. Или мы уже делали ему татуху, что-то я забыл. Сейчас надо глянуть. На моем канале. Так. Статую на даму, уничтожая все на своем пути, финал. Да, мы еще не проходили, классно. А? Мы тут, короче, случайно. Ой, блин. Ушатал. Hitman 2 сломался, пацаны. Ладно, закрыть окно. А, не, нифига, он что-то не закрывается. А, не, все закрылся. Так, сейчас я его запущу. Только еще бы его найти, конечно же. Так, диск. Такой-то, такой-то. Все, Hitman запустили. Да. Good, very good. Сейчас вы черный экран видите, да? Да, видите черный экран, ладно. Бывает. Ну там перемотайте. Вот. Да. Итак, ну как бы мы все равно будем переодеваться, так что надо найти что-то такое интересное, кое-что интересное наденем, да, чтобы было весело. Неплохо, неплохо. Знаете, что-то как-то долго грузится. Welcome to Colombia. Hi.
any news? Well, the statue is ready for the unveiling, Miss Martinez. But there are some problems with the band. Apparently. Это как-то непрофессионально выглядит, когда я в таком костюме. Must I do everything in this godforsaken hellhole? Так, быстрее, 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 баха, баха. Да блин, нифига не ви... Jesus! Señorita Martinez! Martinez is down. Good work. Martinez in the... как вас там? Ну вот они как бы... Вот, смотрите, погнали. А, не-не-не, точно, забыл. В прошлый раз тоже забыл. Вот мы так бежим. Видите, как я хорошо работаю. Смотри, я туда добавил очень классную фигурину. Хочешь попробовать, братан? That is P Power. Real name Paul Powers. Celebrity tattoo artist and reality TV star. Absolutely the worst. Is that so? Well, it's this Rico Delgado character, isn't it? I'm supposed to be on my way to do some sort of tattoo cover-up work on him. Could be worse. You could be lying dead in a ditch somewhere. Well, shit, that's the problem, isn't it? Did you know he runs the biggest drug cartel in Colombia? I've had experience with the Delgado family in the past, yes. He's one of the most dangerous men in the country. One false move, and I'm dead. I think you're right about that, sir. Смотри, я туда добавил, вот, это просто мое личное, если вот, вот вообще красавчик, если тебе понравится, я как бы все-таки, я могу обидеться. Тебе что-то не нравится? О, тебе не понравилось мое пивко? Братан, мы голубые, все, нам можно вместе заходить в толчок. Ах ты говнюк, моё не... Это не пьешь моё пиво, вообще офигел, моё пиво не пить, офигел вообще. Вот попей водички, вот это тебе точно понравится. Ладно, братан. Попил водички, все, теперь я буду над тобой издеваться, пошли, короче. Все, мы профессионально его рипнули. А вы случайно не помните, я это проходил или нет? Я уже забыл что-то. Так, пистолетик нам нужно оставить, иначе... Иначе вот все. And if you want a pass, I need to look through your pockets. Ага. There's no two ways about it. Проверь You're entering мои... the lion's den, 47. Tread carefully. Practically everyone here is dangerous. Not least Rico Delgado himself. В трусах у меня, посмотри, вдруг я туда пистолет это. Та-та-та-та-та. I'm gonna be dead honest with you. I haven't got my... Миссис, как я там должна здесь выйти?
love this photo. Ну, откуда-то отсюда она выйдет. Откуда-то отсюда. Не понял, как это они меня могут. Миссис Гамандриада. Так, давай саванемся. Я Пип. Я Лил Пип. А почему эти нас могут спалить? Ну, давай попробуем, чё и почему. Ладно, короче, я просто не знаю, просто так по приколу начал стрелять, просто... Да, если спросят, почему это... Начал стрелять просто, ну... Это же типа тир, да... Оба-на. Это Каталина Делгадо, wife to Рико Делгадо for the past 11 years. You're already here! What a nice surprise! Hello. Oh. Не понял. Как это у него татухи на теле? Это что? Это как? I think you're coming on a bit strong, but I don't feel the same. Back off, please. И куда это она попёрлась? Whoa, cool tats, man. Stop choking that person. Stop it. They'll go meet your maker. Не стреляй. Миссис, погодите, не надо никуда бежать, никому жаловаться, ладно? Да. Я просто понюхать цветочки прилег, да. Я не умер. Да. Не понял, а чё этот повагай, и почему чокнуть? Эй, повагай, ты видели такой это... Какашка. That is Catalina Delgado, wife to Rico Delgado for the past 11 years. Be power? Ay, que rico! Rico! Hello. Oh, where are my manners? I'm Catalina Delgado, Rico's wife. You can call me Cat. It's such a pleasure. Я тебя какашка буду звать. I'm literally your biggest fan. A pleasure to meet you. The pleasure is all mine. Эй, а куда это она попёрла? Hi. Здрасте.
Каталина Гамадрилиада, слушайте, вы чё мне? Траекторию, что ли, попутали? У неё тоже задница, блин. Если вы не заметите... Да я уже поскользнулся, блин. А, я все понял. Каталина Гамадрилиада, вы шо? Вы шо? Офигели? Вам что? Жить надоело. That is Catalina Delgado, wife to Rico Delgado for the past 11 years. Ay, qué rico. You're already here. Какие-то плоские очки, знаете? Все, она пошла, а мы пойдем по старому доброму пути. Вот здесь. Да. Она сейчас пойдет здесь. Что-то она еле-еле шевелякается. Где она там? Вот к этому она должна... Так, это она? Вот, это она! Гламурная мадам. Нафига она богатая? У нас дома скоро будет такое же. Так, кто-то написал, что кому надо. Может быть, вы это самое? А. Да, там что-то разыгрывают. Фигню какую-то во ВКонтакте. А может, во в другом во ВКонтакте? О, наконец-то она приперлась. Don't even get me started, Gina. I'm telling you, if it doesn't fix that tattoo, I'm not going to be responsible for my own actions. Все, договорилась. Well, Rico, Carino, it's me. I'm here with B-Power. We're coming up to your office now. Pesos. Песос? Сейчас к нам придет Пипауэр. Я так дыщ. Валим отсет. Валим на гелике. Так эпичная музыка прошла. Итак, что же он там ищет? Свою жену, а она... Его вайф. Вайфу его.
Эй, слышь, гамадриляда, ты что, блин? Ты задолбал убегать. О, крэп. Нам сюда нельзя. Эй, гамадриляда, ты задолбал меня уже, иди сюда. Сейчас пистолет достану. Гомосек грёбаный. Он присел покурить. По рылу надал. По такую музыку хочется убивать. Он споткнулся, окей. Так, где ваш гамадриллиад? Он бесит. Уходить, реально. Сейчас я приду ему, знаешь, что сделаю? Я ему сейчас приду и татуху сделаю, понял? Эй. Эй, гопник с переулочки, ты задолбал. Что это? Да. Что ты делаешь? Дверь была открыта. I need to talk to someone about that. Huh? Okay. Whatever. Let's get on with this then, yeah? Come into my office. Very well. I mean, I don't even understand what the problem is, you know? I mean, so that dude looks just like her. Sure, yeah, we used an old photo for reference, but, you know, it's still her. And she looks pretty much exactly like this. Hmm. Sure. But no, no. Catalina insists this is an insult. That I'm just trying to remind her she's getting older. Now, I tell you, I don't have time for this bullshit. I can't even take time out to kill my enemies anymore. I have people do that for me now. That's how busy I am. So I don't need to have to worry about her fragile ego as well. I trust you understand the importance of your work here, Mr. Powell. I never disappoint a client, Mr. Delgado. Now, Catalina, my wife, she's quite something, you know? Now, you seen her. Которая мертва, да? Которая... Вы про ту, которая мертва валяется в шкафу, да? Я сначала убью всю твою семью, а потом убью тебя самого. That's very generous of you. I don't know, she's getting weird. She's giving me the cold shoulder. Me, Rico Delgado. Yeah. I don't know. Is that who would better make her happy? I think you're absolutely right about that, Mr. Delgado. You know, you look different on TV. I can't quite tell what it is. Я себе это... да. You know what they say. The camera adds 10 pounds. Yeah. Apparently, it also gives you new cheekbones. I just had surgery. Sure, sure. Well, I figured it was something like that. God, she's been under the knife yearly for the last decade. Me, personally... Ты не решился, я тебе могу жопу, короче, тебе пересадить на лицо, хочешь, братан? Давай я тебе сейчас забабахаю что-нибудь жесткое. Окей, I'm ready. Let's get this thing fixed. Rico, don't worry. I've got this under control. Hey, the two guy. Он снова держит воздух, он задолбал. You hear me? Hey, relax, Jose. We're fine. He's a stranger, Rico. Don't like his face. Hey, I need you to stand down. Stop waving that thing around. Afraid I can't do that, Patron. This parson might get the jump on us. Я вообще-то здесь нахожусь. You need to keep still, Mr. Delgado. I wouldn't want to stab you by accident. Hey, Jose, I need you to leave us alone now. You're too wound up right now. You understand? All right, boss, all right. But I'll be back in a little while if I don't hear from you. Wait, what? Oh, finally. So peace and quiet. Can I finish my work now? Do what you do best, man. You got it. Мы ему сделали татуху в мозге. Rico Delgado has been eliminated. Nicely done.
Братан, пойдем со мной. Дельгадо Гамадрильяда. Погнали со мной, короче говоря. Все, пойди понюхай воздух. Он вышел, короче, через окно, понимаете? Он вышел через окно. Господа, он мертв. Все. Хорошо, защищайте, пацаны. Какой же я крутой. А, блин, кстати, да. Погнали отсед. Ария, я из Клир. Заглохла. Ну, бывает всякое. Всякое бывает. Да, хорошо было бы за пистиком сходить, но... Нет. Come on, don't give me this shit right now. Я дышу тебе. That's it. Тебя больше никто никогда не найдет. Вот выспишься, встанешь, пойдешь. Стариночки, да. Баночку, лопата. Вот это, короче, я буду трупы ими закапывать. Вот эта фигня. Сейчас я вообще баночек кого-то вырублю. Понял. Как это я на него нацелился? Да не, лопатой-то по рылу бахнуть и все, блин. Рип. Три входа. Дивстроук. В мусорке прячемся. Ты заметил что-то странное, месье? Итак, давай его сейчас грохнем. Сейчас тут начнется. Да. Они обнаружили труп. Я вообще тут работаю.
Он голый. Проснулся. Хорошо же они его защищают. All targets neutralized. This should paralyze the cartel. Excellent work, 47. Now head for an exit. Оба-на, куда это он побежал? Да не, мне просто интересно. А, он пошел переоделся, ема. Черт! Нужно срочно переодеться в кого-нибудь. То есть так это не сработает, да? Не, не сработает. Так, а чё автосейв, чё с ним? Ну блин, ну я хотел просто по приколу, но ема, но не получилось, я забыл сохраниться, и поэтому рип. Такая лопата висит в воздухе за это. Зашибись вообще. Кто же это мог сделать? Давай, иди, иди, иди. Его не надо убивать. Понял, это типа никому не интересно. А ты тело случайно не обнаружишь? Нет, его никто не обнаружит. Эвероне. Сейчас он должен увидеть труп, но увидите хоть труп Тайлер. Дай быстрее. Партию чего? Цветочков? Давай быстрее работай, просто сейчас надо быстрее, чтобы ты тело обнаружил. Так, у нас тут остался всего лишь один. Его бы тут можно было бы за это самого. Не понял. Who is panic?
Ну ё-моё, ну старикан. Ну в принципе. Чё вообще тут это? Так, тут надо просто так встать, чтобы нащупать. All targets neutralized. This should paralyze the cartel. Excellent work, 47. Now head for an exit. Tranquilo, tranquilo. I'll take over. Да не, просто. Во. Сейчас этого сеньора мейкапнут. Вот, он типа сейчас его мейкапнет. Ну не, я просто сейчас поприкалываться хочу. Найдите выход, ну как бы. Выход в окно, выход... Не понял, если честно. Как они вообще... С чего они взяли то, что я здесь. Не, просто и при... Да ты фигня меня спалил, нет! Блин, они тут сюда... Слушай, да, мы, короче, тут это не. Миша, все дерьмо, давай заново.
must turn off. Sometimes you, bruh. Да не, просто один раз такое было, я просто хочу, типа, сюда он придет переодеваться, а я обонький, и все. А я такой чик. Сейчас его разбудят, надеюсь. Надеюсь же, что его сейчас разбудят. Будите его. Я хочу, чтобы он пошел сюда переодеваться. Вот его, видите, будет хобанький он стал. Голенький такой, в трусиках. Все, вот он взял, побежал сюда. Побежал? Беги сюда, ты чё, ё, офигел, что ли? Ты же гол. Осматривает сам себя. Все, вот он, красавчик, побежал переодеваться. Вот так, типа. И на него сделали, наверное, несколько раз. Это покушение несколько раз. Не, ну как она отреагирует? Ладно, допустим. Gets neutralized. This should paralyze the cartel. Excellent work, 47. Now head for an exit. Было весело. Блин.
как это бой? Они же не знают, где... Поигрались, господа, и хватит. Ох, как же мне надоело эту миссию наяривать. Да, но все равно я ее наяриваю по приколу.